Известные киевские чиновники Александра Мельченко и Павел Рябикин нашли лазейку в законе и получили разрешение на реконструкцию здания в переулке Музейном 4D. Вокруг все здания имеют статус объектов культурного наследия, но именно это здание на 1000 квадратных метров в 2011 году было оформлено в частную собственность компании ООО «Маеток» на Музейном, как пристройка, то есть сарай. Согласно градостроительным условиям, разрешенная максимальная высота реконструкции 26 метров, то есть из двух этажей можно сделать примерно 8. Маетком на Музейном владеет Елена Мельченко, невестка экс-мэра Киева Александра Мельченко. Сейчас он действующий депутат Киевского горсовета. До 2018 года среди учредителей фирмы была Галина Рябикина, жена гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина. Он раньше отвечал за строительство Киевской городской государственной администрации. В декларации за 2017 год Павел Рябикин указал, что его жена Галина владеет 50% акциями предприятия «Маеток» на Музейном стоимостью 1,5 миллиона гривен.